Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Саня Чатфул, обожаем проходить Золотой Обоз 2. Так, также, друзья, я недавно подумал о том, чтобы, ну, большинство пушек, которые в этом моде выпадают, они ничего из себя не представляют, ясен хер. Я думал, что если найти этот скрипт и поставить там от 0 до 100%, то есть будет рандомно падать от 0 до 100, то есть может выпасть хорошее, может быть прям целая выпасть когда-то оружие, а может выпасть там, ну, тоже 0%, то есть полностью убитое. То есть я думаю, это нормальный баланс, потому что оружие может быть не всегда одинаковое количество покосанности. То есть сколько бы его люди не использовали, оно всегда одинаково покосано. Такое не бывает. Только я не помню, в каком файле это делается здесь. Если кто-то знает, подскажите. Ну, потому что так было бы гораздо интереснее. Так бы вот есть шанс, что вдруг тебе выпадет хорошая пуха. То есть, а может быть вообще ничего не упасть. Понимаете? То есть тут как такое. Почему ты перепрыгиваешь эти ящики-то? О, то есть не ящики, конечно. То есть, поэтому, я думаю, довольно-таки неплохой было бы этот. О, с него дюпать деньги можно постоянно, он никуда не исчезает. Вот автоматы. Вот типа вот берешь. Блин, зачем я все взял? Какой-нибудь из них был бы вот в нормальном состоянии. А тут стоит от 20 до 30 где-то. То есть, как бы оно всегда убитое в говно. Хотя не бывает такого. То есть, оно кто-то, может, хорошо с оружием обращалось, смазывало постоянно, то есть как бы ухаживал за оружием, то есть оно у него не использовалось только на всякие важные случаи, оно почти может быть в идеальном состоянии 90%, а кто-то может быть просто пораздолбайски с ним, оно будет 0%, то есть понимаете, как бы это интереснее было бы, я так думаю. В общем, если сделаю, я вам скажу как, сделаю даже урок, как это сделать, скорее всего, потому что давно их не было, что-то надо возобновлять старую программку. Вот, мазафака. Мазафака, тут ничего нету. Не, вроде ничего нету. Ну ладно. Что в этом автобусе у нас? О, аптечки. Хорошо. Аптечки, это я всегда завсегда рад аптечкам. Почему нет? Это когда халявно, да и аптечки еще. Так, нам нужно в самый низ бежать. Хотя бежать, наверное, не нужно. Нужно идти пешочком. Кстати, надо... Давайте к Сахарову зайдем. Я просто тогда не посмотрел это, только потом вспомнил, что можно посмотреть, у него товар, наверное, обновился. То есть у него может что-то новое появиться интересное. Также попьем, поедим и так далее. Давайте сразу поедим. Сейчас захотим пить. Захотели пить. Сейчас попьем. А у Сахарова уже посмотрим, что да как будет. Это вы? Приветствую на нашей научной базе. Надо не забыть, поэтому я сделаю это. Блин, чё за гон? Баллон. Почему я воды заправить не могу? Ладно. Видимо, не могу. Что у тебя там из торговли нового? Спальный мешок. 20 косарей. Блять, вы что, издеваетесь, что ли? Будет у меня 3 фляги. Пусть они по килограмму весят, но... Какая разница? Зато у меня теперь... Если как-нибудь я смог бы ее нормально с ней взаимодействовать, я смог бы... набрать в нее воды, но взаимодействовать нормально я с ней не могу. Ну, привет! Почему-то. Мужик, может быть... Все-таки починить костюм, я не знаю, честно. Калаш, наверное, тоже. Блин, за 7 повторений жопа у меня от этого. Привет, то есть, жид я не хочу я тратить столько денег на починку. Ну нахер. Так. Ну, нам недалеко осталось. Мы на Агропоме первый раз с вами будем, поэтому надо будет поискать всякие приколюшки, тайнички и прочее. Сколько же раз по этому месту я уже бегал, друзья? Сколько раз? Сколько раз я уже здесь был? Я просто боюсь представить, сколько раз я уже видел этот Агропром, или сколько я раз видел этот янтарь. Ой, жесть просто. Просто жесть. Ну, естественно, нас никто спрашивать не будет, просто переходим и все. Типа, все. А, кстати, что на военной базе здесь интересно? Тоже, наверное, военные? Как ни странно, да? Как ни странно, военные на военной базе или кто-то другой. Так, уже интересно. Новая локация.
Опа, тут война какая-то идет. Причем что-то кто-то с кем-то, опа, враги. Враги. Что-то много врагов, однако. Один враг еще остался. Только где? Еще один где-то здесь есть. Оп, кстати, у него ПМ, может быть. Не, жаль. По этим аномалиям я идти не очень хочу. Это что? Что это такое? А, это плоть. Бандиты. А вы тут что делали? Вообще. Ну, неплохо я пришел, а тут у меня сразу лут лежит. Нормально я зашел. Я просто на базу военных хочу сходить, друзья. А что там у нас на военной-то базе? Так, давайте посмотрим, это электро у нас. Тут нет артефакта какого-нибудь? Не, вроде нет. Жаль. Очень даже. Очень даже жаль. Естественно, тут ни хрена нету. Я уверен, на самой военной базе будет куча микросхем. Тут, кстати, надо посмотреть, может быть, хоть пикающим вот этим вот детектором сможем что-то найти, нет? Нет, ничего нету. Просто хочу посмотреть, вдруг там что интересное. Если что, будет часть чисто по зачистке военной базы. Просто... Да, кто-то там имеется. Долг? Хорошо. Долг. Можно мне? Здорово. Пока, я могу войти? Вроде могу. Я рад, что я могу войти. Если нужно что, спрашивай у главного. Спрошу, не парься. Только главного найду сначала. Вот торговец есть, давайте к торговцу дойдем. Может, что прикупим. А у тебя что? У тебя ПКМ. Сколько? Ну, чуть-чуть дорого. Чуть-чуть дорого. Есть. Что у тебя есть? Мне больше вот это интересно. Килограмм. Так, что бы я еще взял? У него, кроме патронов, ничего не идет. Эфка сколько стоит? Ух, ё-моё. Все, теперь мы можем с пистолетом ходить. Давайте я сейчас сохранюсь, загружусь и еще пистолет патронов куплю, чтобы были у нас изначально. И все, и продолжим. Я закупил, теперь смотрите, сколько у нас патронов. Довольно-таки очень много. Я могу бы вам сказать, что теперь мы можем вполне... О, там еще торговец. Нифига тут торговцы. Долг. Вы победоносный. Здоров, жрать охота. Есть что вкусное? И тебе здорово, вот за счет зависения. Сам-то кто будешь? Раньше не видел тебя здесь. Да, я жует из
проржавел, рыжего леса. То есть сюда с янтаря попало. Вообще я на Затоне на Бородун работаю, но насколько понял, сейчас на Затоне полная жопа. Ну что, что с обитателем случилось, не знаю. Сам за несколько минут до выброса ушел в рыжий лес, так что меня не сильно зацепило. Я слышал я про выброс на Затоне, диггеры рассказывали. Они, кстати, на свалку ушли. Ты про группу Фишера? Да, они у меня, они у меня провизии затарились и на свалку отправились. А про остальных он ничего не говорил? Нет, хочешь, спроси у него сам. Свалка небольшая, думаю, найдешь. Ясно. Надо будет найти диггеров. Беспокойся за ребят. Надеюсь, все успели уйти. Давай, командир, спасибо за то, что заглянул. Погоди, я вижу, ты уже тертый клатч. Не поможешь мне, а заодно и подзаработаешь. А что нужно? Так, ты когда шел к нашей базе, думал, увидел опору ЛЭП. Облепленную электрическими аномалиями. Рядом с болотом над ней еще куча электричек хоровод водит. Так вот, там наши бойцы видели какой-то арт невиданный. Но он в центре аномалии. И они, естественно, не полезли за ним. Может, попробуешь достать? Две штуки дам. Немного, конечно, но им немало. Почему бы и нет? Ты у нас парнишка с едой. Где-то у тебя дал... Просто нравится звук. Вот так можно по КД делать. Так, перевес на... Достаточный, на самом деле, перевес. А это что? Значок. О! Чаек можно готовить. Чаек мы не будем готовить. Бла-бла-бла. Так. Так. Поролэп. Где-то вот тут, я так понимаю. Ну, потом туда сходим. Давайте сначала тут походим еще. Защищу. Защищу. Не парьтесь. Только не бездолго. Опа. Просто с F-кой хожу. Опа. Опа. Вот это круто. База-то неплохо. Ну, как дети прямо. Хреновато мне, глянь, а. Хватит симулировать. Сервора на тебя нет, он вроде говорит. Мужик, я, конечно, все понимаю, но мне нужно как-то вес счастливо увеличить не себе. Ну да, это чисто исследовательская серия будет. Лолшц. УГшка. Нормально. УГшка. Главное, гранаты. Ну теперь, конечно, я перевешен просто пипец как. А что ты называешь апгрейдом? А что ты... Это ты никакие апгрейды не делаешь. Так, инструментов нет. А, вот и не делаю. Если бы каким-то руку подвернется, тащи мне. Тогда и будет тебе апгрейд. Окей. Окей. Пистолет хочу улучшить. А у меня для какой есть? Для тонкой. Сколько у тебя починить стоит? 10 кусков, не сильно жирно. Сори, но не могу я потратить такие деньги. Погоди, стоп, мужик. Может быть, я даже могу потратить, но я хочу посмотреть. Вот это вот надо обязательно вкачивать. Я думал, сюда просто залезть можно. 55 килограмм из 57.
Музыка это постоянная еще. Не балуй. Оружие спрячь. Как скажешь, мужик. Спрячу, не буду баловать. Это у вас тут дохера, вы долговцы, вы можете. Я, кстати, УГшку надо продать бы вообще. Нахер мне УГшка, которая весит сколько? 2 килограмма, ну. Ну тут должно быть что-то лежать где-нибудь. В каком-нибудь окне. Искать ящик. Сори, друзья, закашляли еще раз, но... Есть разговор? Слушаю. Банка канифоли. Шо? Бывай, торговля у тебя есть. Ничего нет. Зачем я к тебе шел, непонятно. Счастливо. Надо за артом сейчас будет сходить, попробовать, по крайней мере. Сейчас ОГшку кому-нибудь продадим. Я думаю. Потому что нахер она нам не сдалась. Тут случаем ничего не лежит. Что там я нашел ОГшку, а тут может... Не, вроде ни хрена нету здесь. Жаль. Тебе ОГшка не нужна, братан? Ух ты, ё-моё. Нормально за нее можно получить цену. Теперь нужно искать парнишку с 5 косарями. Чтобы ему впихнуть эту такую парашу за 5 косарей. Нужна тебе? У тебя 1000. Что-то какой-то ты бомж. Хорошего ранга, но бомж. У всех патронов к пистолету продаются, кстати. Вот что заметен. А сколько торговцу будет? Меньше. Меньше, чем 5000. Я так думаю. То есть, может быть, 1000, 2, 3. Есть что? Сколько ты хочешь за УГшку? Да, надо продавать сталкеру. Хоть и 2000, хоть и небольшие деньги, но так в сумме мы накопим на что-нибудь. Может, у тебя 5000 есть, братан? Ты все-таки в экзике? Да, у тебя 6 аж есть. На. На тебе УГшку, будешь стрелять. Еще раз извиняюсь, друзья, за то, что чихаю. Может, кому-то это нахер не нравится. Ну уж простите. Ничего поделать не могу. С этим. Сюда иду не просто так поспать, во-первых. О. Слышишь? А, слышишь, друг, не хочешь заработать? Да я, в принципе, не против, что делать надо. Здорово, если будешь подземки наши под Агроповым, поищи там карту миграции мутантов. Хорошо, поищу. Дол. Взял, случайно нашел. Удачи тебе! Квестик. Неплохо же, неплохо. Так. Так хочется что-то найти, друзья. Не знаю почему. Вот прям. Ладно, давайте уже по заданию. Сначала пойдем по заданию, которое. Вот пацана, то есть, типа, сначала. Попробуем артефакт достать. А, поспать же надо было. Поспать. Как же я? Куда же я пошел-то? Надо поспать. Или где я, блин, спать-то должен? Не понимаю. Так, наверху что ли? Странно. И все равно у меня перевес. Сколько у меня там? 1 килограмм перевес. Ну чисто из-за гранат, по сути. Муха, блять, влетает муха тут. Мешается, сука. А, это не кровать, это... Квест-гивер показывался, так, а не кровать. Кровать чуть-чуть в другом месте находится, ну ладно. Вот в этом она у нас находится.
Просто еще чекаю, я сначала не пойду накрывать. Картошка испеклась. Давайте до утреца поспим, нам не нужно ночью, мы все-таки не в дальний край играем, чтобы ночью выдвигаться, чтобы фармить. Не знаю, к чему я это сравнение придумал. Давайте сначала поедим полностью. Теперь попьем. И теперь зайдем, нальем себе водицы. Подходи, стой. Поправь здоровье. Да не против бы, наверное, поправить, но пока не буду, пожалуй. Как же я быстро устаю. Ну вообще туда, по идее. А сейчас всю воду использую. Я просто вес пытался сбросить, у меня это получилось, как вы видите. Поедая всякую срань. Так. Так, давайте еще раз прочитаем задание. Так. Колобок просил принести ему артефакт, который положен в сердце местной электроаномалии, расположенной недалеко от болота. Ну, хорошо. Вот это, что ли? Это не электроаномалия, это такое себе. Это чисто... Так. Не назовешь ничем. А вот в домик я бы зашел, наверное. Он говорил, где-то она находится. Я все понимаю, но... Нахера я тогда сюда пришел? Непонятно. Местные электроаномалии. Просто не знаю, что из этого электро... А, вон та! Так понимаю. Ну ладно, сейчас туда сходим. Только обойдем кружочек. Опа. Зареспились. А, у меня же есть теперь более хороший вариант. Ну, неплохо. Он пистолет реально топовое оружие. Не нужно ничего другого. 16 патронов. Теперь в обойме у него. Знаю, ты насобирал. Ничего не падает хорошо. Так. Вот это что ли? Да, опора лэп как раз. Ма.
Мать вашу. Что я по ихнему должен здесь найти? Понимаю, мне нужно по проводу сюда идти. Вон лежит то, что нам надо. Так, сообщения в этот мне не нужны. Так, ладно, сейчас пробую. Это будет крайне сложно. Меня моментально убивает. Он лежит больше к той стороне, то есть нужно ближе подбежать туда. Можно с той стороны попробовать. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем кот конем. Не вижу его просто. Пистолет почти сломался. Лол, я думаю, уже там я смогу достать его. Замечательно. Так, будем знать, что появляется тварина. Поставим на нее патроны получше. А чё прям во мне, блядь? Ещё пиздец охуенно просто. Так. Иди сюда. Класс. Ебать, у него расстояние прыжка, он что, ёбнутый, что ли? Я просто не понимаю, лол, блядь. Я буду траить с пистолетом, друзья, чтобы вы не подумали. Надо вот сейчас как-то отвернуться сразу. Куда? Убежал. Ой, удачи тебе там в прыжках. О, класс. Да я ебал просто. Как его, сука, убивать? Он неуязвимый, что ли? Лишь что? Я ебал. Короче. Хуй знает, честно. Удачи тебе там.
прыгун, блядь, бесконечный. Я ебал. Не, его невозможно убить, друзья. Это просто, ну, я буду пробовать, сейчас попробую, если получится, то продолжим. Пизду. Ебанутейшие враги, блять, я терпеть не могу, сука, их, этих тварей ебучих, блять. Хуй еще от него убежишь, блять. Да ну в пизду, друзья, я честно не знаю. Кто вот создатель точно ебанутый. Вот нахуя вот такую хуйню делать, блядь? Ну что это за, сука, ебучие снорки? Пидоры, блядь, ебучие. Кто придумывает это? Те идиоты, блядь, ебучие. Просто не понимаю. Нахуя вот такую хуйню делать, которая ваншотит, гоняет с тобой без КД, блядь? Как, блядь, пиздец бомбит меня. В общем, продолжим, наверное. Или нет, блядь, или на этом закончим мод. Я не знаю, посмотрим сейчас. Если меня забомбит, то закончим мод на этом. Пизду.